День открытых дверей в Мособлъеирц в Одинцово традиционно пользуется большой популярностью у жителей района. Граждане могут задать все интересующие вопросы и получить ответы в режиме реального времени. Мероприятие помогает выявить наиболее острые проблемы, с которыми сталкиваются потребители коммунальных услуг. Любые вопросы, заданные на этом мероприятии, имеют место к решению в течение этого дня. Потому что нет возможности перекинуть от зоны ответственности на плечи другой стороны. Если мы не можем решить, то есть ресурсоснабжающая организация, управляющая компания, администрация, представители МинЖКХ. Любой вопрос решается в рамках мероприятия. Такая практика существует в компании уже около 2 лет. В Одинцово подобные мероприятия проводятся 2 раза в год. Единый расчетный центр придает большое значение обратной связи с жителями и совершенствует систему обслуживания населения. Мы стоим на позиции в этой смысле защиты и на позиции жителей в рамках того, чтобы сделать начисление по той квитанции, за которую мы несем полную ответственность, чтобы каждая строчка этой квитанции соответствовала действующему тарифу, нормативу и объему реального потребленного ресурса либо услуги по конкретной квартире, чтобы у жителей не возникало сомнений по каждой цифре. Кроме того, руководство Мособлъеирц рассказало об изменениях в порядке расчетов, которые ожидают граждан. С начала года в платежных документах появится новая услуга – обращение с твердыми коммунальными отходами. С 1 января сбор и утилизацию мусора в Одинцовском районе осуществляет Русский региональный оператор. На сегодняшний день Мособлъеирц обслуживает более 100 тысяч лицевых счетов жителей муниципалитета, выпускает единые платежные документы и ведет очное дистанционное обслуживание абонентов. Екатерина Ярова, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцово».